В ноябре этого года Екатеринбург стал местом проведения третьего всероссийского форума «Лидеров движения «Школа безопасности». Участие в его работе приняли представители 19 регионов Российской Федерации. И почетное место среди них занял и наш земляк Сергей Владимирович Ильиных. Работа форума началась с награждения лидеров движения «Школа безопасности». И одним из отмеченных в этом году стал педагог-организатор, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 8-й школы и руководитель туристического клуба «Виват» Сергей Ильиных. На этом форуме я получил две медали. Значит, одна медаль – это медаль Всероссийского движения «Школа безопасности». Опять же, за работу с ребятами, за то, что мы занимаемся много лет этим движением. Вторая медаль – это медаль МЧС за пропаганду спасательного дела. Туризм как одна из форм организации досуга школьников и спортивный туризм как одна из его разновидностей всегда были важной составляющей жизни 8-й школы. Неудивительно, что в 1994 году ее коллектив с удовольствием подключился к всероссийскому детско-юношескому движению «Школа безопасности». Но, как отмечают в руководстве учебного заведения, такое плотное сотрудничество и работа по программам движения начались именно с приходом Сергея Владимировича. Я рада, что его работа получила такую достойную высокую оценку, потому что что меня поражает в нем всегда, вот его фанатичная преданность делу. Ему праздники, не праздники, и выходные, не выходные. Если у него намечены тренировки, они состоятся обязательно. У него всегда продуманы положения о школьном туристическом слете, о соревнованиях школы безопасности, заранее предоставлены всем участникам образовательного процесса, организованы тренировки команд. И поэтому с удовольствием мы в этом всероссийском движении «Школа безопасности» участвуем и участвуем результативно. Серьезное отношение к делу и умение сотрудничать с другими людьми – все это про Сергея Ильиных. Под его руководством не одно поколение учеников 8-й защищало честь города на областных соревнованиях «Школы безопасности». Мы в 2011 году первый раз съездили, вообще я первый раз сам съездил, посмотрели. Мы заняли там 4-е место. После этого с 2012 года ниже 3-го места на области мы не опускались ни разу. То есть... Первое, второе, третье было вообще редко, по-моему, один раз. 4 раза мы выезжали на федеральный округ результативно. То есть представляли Свердловскую область. Надо сказать, что его отношение к делу, его сотрудничество с другими людьми, которые могут помочь в подготовке творческих направлений для соревнований, вот это все приводит к таким замечательным результатам, что команда школы участвовала, защищала честь города Ирбита на соревнованиях регионального уровня 10 раз и 5 раз становилась победителями этих соревнований. И то, что именно команде нашей школы под руководством Сергея Владимировича было доверено представлять Свердловскую область на соревнованиях Уральского федерального округа, это тоже дорогого стоит. И из 4 раз 3 они были на пьедестале соревнований такого высокого уровня. Так что полученные на форуме награды стали достойной оценкой сил и времени, которые Сергей Владимирович вот уже не первое десятилетие вкладывает в своих учеников. И останавливаться на достигнутом он не собирается, ведь впереди еще множество тренировок и соревнований. Ну, сейчас у нас на данный момент, так скажем, идет смена поколений. Старший возраст где-то выпустились, где-то уже поменяли некоторые ребята интересы. А младшие еще подрастают, готовим.